Всем доброго дня! Рада вас приветствовать на третьем дне нашего марафона «Я выбираю себя». И после первого дня, когда мы очищали наше пространство, наши мысли, после второго дня, когда мы возвращали свою силу, свою энергию, давайте поговорим о том, а что же делает нас счастливее? Наверняка вы об этом уже задумывались. Конечно, у нас у всех есть мечты, какие-то глобальные планы, мы хотим, там, допустим, дом, машину, какие-то путешествия, какие-то глобальные вещи, сумку Прада, там, Майкл Корс, очки, там, Дольче Габбана, какие-то такие вот, знаете, ну, дорогостоящие моменты, которые, несомненно, сделают нас счастливее, и так оно и будет на какое-то время. Однако наша жизнь состоит из мелочей. И мы живем каждый день, и на эти мелочи окружают нас каждый день. Поэтому давайте сегодня задумаемся, а какие же мелочи делают меня счастливее? Когда я делала эту практику впервые, это было где-то 1,5 года назад, вы знаете, это было непросто. Сначала я думала, что... Ну, как раз это были вот какие-то такие большие желания, что, исполнив их, я буду еще счастливее, хотя я как бы априори, да, счастлива. Но когда уже пошла дальше, я поняла, что меня сделает счастливее, и у меня вызовет улыбку простой воздушный шарик. Или сесть порисовать на камушке, или просто пойти на море, открыться потоку воздуха, посмотреть на чаек, и это сделает меня еще более счастливой. Покормить уток, попрыгать по лужам, покататься на качели во дворе, обнять ребенка подруги, позвонить близкому человеку и сказать, что я люблю тебя, сделать приятное кому-то из своих родных, сделать себе макияж, купить себе помаду или сделать не такой макияж, как всегда, а что-то эдакое. Или просто наоборот, целый день ходить без макияжа. Ну, это наши такие женские моменты. Поэтому на сегодня вам задание. И я предлагаю поделиться этим в нашем чате. Минимум 10 мелочей, которые делают вас еще счастливее. Только знаете, давайте договоримся. Загляните внутрь себя. Вот и когда я писала, что меня сделает еще счастливее покататься на качели, вы знаете, вот что я делаю сейчас? Я делаю это несколько раз в месяц точно. Я захожу в любой двор, когда я куда-то иду, спешу или не спешу. И если я вижу ту качелю, которая прямо, знаете, внутри меня просыпается маленькая девочка, которая хлопает в ладоши и говорит, я хочу кататься. Вы знаете, я иду и качаюсь на качели. Пусть это будет 3 раза я качнусь, но я 3 раза качнулась, встала и стала еще счастливее. И потом пошла делать свои дела с горящими глазами. Наверняка, кто со мной лично знаком, ну, я слышу просто эту обратную связь, что, Ксюш, ты всегда, говорит, светишься, ты такая вот энергичная, такая всегда счастливая, кажется, что у тебя вообще нет никаких ни забот, ни проблем. На самом деле, так может казаться, оно так и есть, потому что я научилась радовать себя маленькими вещами. Я научилась делать какие-то такие вот приятности, от которых я просто счастлива. Поэтому давайте в нашем чате мы с вами обсудим и поделимся, какие мелочи делают нас счастливее. Минимум 10 больше приветствуется. Почему в чате? Потому что когда мы... Вы заметили, да, как работает ну, совместное наше действие, совместное такое творчество, работа энергетическая, что мы можем у кого-то... посмотреть вот эти желания и сказать, так я тоже это хочу, так меня тоже радует вот эта мелочь, а дай-ка я себе вот это сделаю, а дай-ка я вот так вот поступлю, как вот там у Марины, у Лены, у Кати. Поэтому это будет здорово обменяться своими такими вот мелочами, позаимствовать друг у дружки. Я представляю, как наполнится наша жизнь, когда мы будем каждый день чем-то себя маленьким радовать. Согласны? Поэтому давайте мы это все с вами сегодня напишем. Это первая часть задания, а вторая часть задания – узнайте у 3 своих друзей, какие мелочи сделают их еще счастливее. И сделайте это до конца марафона. Порадуйте от 3 до 5 друзей теми мелочами, которые порадуют именно их.
не то, что вы думаете, что вот Кате, наверное, будет приятно там получить цветочек. А узнайте у нее, у этой Кати, а что же ее порадует на самом деле? Ее маленького ребенка в душе, что порадует? И когда вы это сделаете, вы знаете, это такое счастье. Я помню, когда я подарила маме маленький камушек, я на нем нарисовала смайлик с глазками, знаете, такой улыбочкой, красками. Это мне заняло 3 минуты. Я нашла красивый камень, нарисовала смайлик, и когда я пришла в гости, просто ей вручила это в руки, вы бы видели, сколько восторга было в глазах. И от этого наполняется человек, и от этого наполняемся мы сами. Это на самом деле большое счастье, дарить радость, тепло и любовь. Поэтому наше задание на сегодня состоит из таких 3 частей. Первое. Написать минимум 10 мелочей, которые меня порадуют. Второе. Узнать у 3-5 друзей, какие мелочи радуют их и этих людей порадовать до конца марафона. И я думаю, что мы это тоже в чате с вами обсудим. И третье. Порадовать себя минимум 3 мелочами из этого списка 10. Договорились? Ну что, я заканчиваю это видео и пошла писать, а что же меня радует. До встречи, мои любимые. Живите душой и будьте счастливы. Я вас люблю.